Потерпите пару секунд, друзья. Хочу показать вам свой второй канал, который будет заполняться летсплеями по играм в сопровождении моего гундежа. Если вам понравится, подписывайтесь. В конце концов, это почти сериал. Ссылка в описании. Мур, привет, друзья, с вами Зирко. Это новостной выпуск по обновлению 1.3.14. Томус выйдет 18 сентября, а Леоморда обещают выпустить в начале октября. В свете этого хочется спросить, где наш Вейл? Изменение героев. Алиса. Улучшили описание второго навыка. Руби. Первый навык. Урон состоит из двух ударов и был изменен на 20% урона первый удар и 80% второй. Теперь будет 40% первый удар и 60% второй. Кэрри. Второй навык. Уменьшено расстояние обнаружения. Потестив, я не нашел никаких изменений. Многострадальная Наталья. Ульта. Множитель урона теперь 80%, был 90%. Лейла. Уменьшен прирост урона. Теперь он 10,5, был 12. Леоморд. Улучшили визуал базовой атаки. Томус. Пассивка. Теперь наносит чистый урон вместо физического. Расчет урона 50 плюс 90% от физической атаки. Кимми. Второй навык. Раньше для обездвиживания надо было нанести урон 5 раз. Теперь 4 раза. Одного и того же героя нельзя обездвижить чаще, чем раз в 5 секунд. Множитель магического урона теперь 70%, был 50%. Ханаби. Улучшили пассивку. Теперь, когда на Ханаби висит ее щит, она не только получает иммун к контролю, но и скорость бега плюс 40. Но также уменьшили прирост атаки с уровнем. Теперь 10, а был 12. В любом случае, это хороший ап. Предметы. Когда экипирован лесной предмет, первые 4 минуты получаем от миньонов на 30% меньше опыта. Но хватит нас запугивать. Кираса грубой силы. Так и не успел сделать видео по ней, а ее опять меняют. Дело в том, что она сейчас дает прирост урона в процентах и чуть ли не больше, чем клинок отчаяния. Поэтому разработчики меняют увеличение физической и магической атаки на увеличение физической и магической защиты. Теперь базовые атаки увеличивают скорость бега на 3%, физические и магическую защиту на 4%, длится 4 секунды, стакается до 5 раз. Теперь это довольно неплохая броня для танков. Меч охотника на демонов. Теперь срезает не 10% от хп противника, а 9%. Видимо, слишком жирно было. Также было много изменений эмблем, которые были переделаны еще в предыдущих тестах, не буду вас путать ими. Способности. Магическая ответочка. Увеличили урон и уменьшили КД, но на мой взгляд все еще мало. Вард. КД теперь 60 секунд, но противник может его уничтожить. Когда он находится рядом с вардом, над героем появляется красный восклицательный знак, и обнаружив вард, достаточно на него наступить. После уничтожения сокращается КД варда на 30%. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, делитесь видео и ставьте лапки. Всем пока!